Здравствуйте, меня зовут Кемаль Элер. Я несу ответственность за прибывающих студентов в офисе по координированию Фараби Анатолийского университета. Программа обмена Фараби – это программа, направленная на обмен студентами между турецкими высшими учебными заведениями. Офис по координированию Фараби был создан для осуществления программы и надзора при Совете высшего образования. В то же время данный отдел является исполнителем программы обмена Фараби. Все очные студенты, зачисленные в высшие учебные заведения и окончившие первый семестр первого курса предбакалавриата, бакалавриата, магистратуры и докторантуры, за исключением подготовительных курсов, могут подать заявку на участие в программе обмена Фараби. Для подачи заявления оценка в транскрипте должна быть не менее 2 для степеней предбакалавриата и бакалавриата и не менее 2.50 для магистерских и докторских степеней. Студенты получают безвозмездные стипендии от высших учебных заведений в рамках программы обмена Фараби. Эта стипендия не подлежит возврату. Иностранные граждане, обучающиеся в любом другом высшем учебном заведении, также могут воспользоваться этой программой. Студенты программы обмена Фараби имеют те же права, что и студенты принимающего учебного заведения. Студенты могут неограниченно пользоваться всеми удобствами, такими как библиотека и социальные объекты. Студенты также учатся по студенческой карте данного учебного заведения. Студенты программы обмена Фараби получат новый опыт в учебных заведениях, посещаемых по обмену. Поэтому мы рекомендуем всем студентам воспользоваться программой обмена Фараби. Добро пожаловать в наш офис. Желаем успехов всем абитуриентам на экзаменах.